Меня очень сильно режет слух, когда говорит, Запад должен, МВФ должен. Никому он ничего не должен. Мы должны взять у них то, что мы хотим. Поэтому, когда правительство говорит, что Запад нам не помогает, это мы у них не взяли то, что мы хотим. Я приведу один простой пример. В диалоге с МВФ, когда правительство говорит, нам нужно повысить тарифы на коммунальные хозяйства, это не требование МВФ, это требование возможной ситуации. Но мы должны требовать у МВФ. Мы хотим государственные расходы на повышение энергосбережения, энергомодернизации, Алексей, чтобы, наши квартиры были требовать более теплые, чтобы мы тратили меньше электроэнергии. Не взять. Как взять? Вот, да мы должны у них требовать и доказывать, что это не расходы госбюджета, а это инвестиции, которые вернутся. То есть правительство, президент, коалиция должны требовать это и защищать эту позицию у западных стран. А не говорить, что нам кто-то что-то должен.